в Германии мы, конечно, все для нас новое было. Там уже печи были обделанные. Вот в Германии мы, я 2 года служил. Плиткой? Плиточкой, как она называется? Кафель. Кафелем. Так вот мы ходили, смотрели, что это такое. И вот и в печи завязали. Даже думаю, какой еще фанер стоит или что такое. Приятно все. Я даже скотный двор, хозяин жил. Так у них во дворе обязательно вода пробита была уже, да, своя. И сток был, водой смывали уже даже. Все. Ага, и все оборудовано, так хорошо отделано все было. А здания все были крыты черепицей немецкой. Дерева нет. У них не было в то время. У них вообще дерева мало. Вообще у них мало земли, им не хватает.